вот интересное замечание. Вчера в разговоре с врачом поликлиники 50 лет выяснилось, что о Галине Шаталовой она даже не слышала. Я же сделала два ролика об этой совершенно потрясающей женщине. Я вот это вот прочитал и хочу вам сказать следующее. Что в настоящее время все делается так, чтобы врачи, вот подлинные врачи, которые занимаются человеком в целом, они исчезли. Чтобы появились вот какие-то узконаправленные там специалисты, которые лечат ухо, там палец, нос, глаз и так далее. Они уже есть. И все это привело вообще к тому, что Всемирная организация здравоохранения, весь современный там медицинский мир, они пришли к тому, что надо лечить по протоколу. То есть неизвестно кто, неизвестно с каких там исследований, создали, будем говорить, протокол лечения, что надо вот так вот поступать, в том-то случае вот так вот поступать и так далее, и так далее. В итоге получается, что даже не надо знать о медицинскую науку там, а просто-напросто у вас есть протокол и действовать. Ага, если заболел нос, согласно этого протокола. Если заболел глаз, согласно другого протокола. Заболело сердце, значит, согласно третьего там протокола. И все. Если какие-то отклонения, значит, на этот протокол, допустим, есть другой там протокол. И вы, оказывается, лечите с их позиции правильно, по протоколу, и защищены, самое главное, законом. А все остальные, да, и если что-то там возникнет, какое-то там не такое, там не вылечили или еще что-то такое, с вас взятки гладкие. Вы лечили так, как вам сказали лечить. Все сделали, все. Защищены законом. А если даже человек, который лечит правильно, имеет результаты, но не по протоколу, значит, с позиции современной медицины, он является преступником. И в случае, если еще будет вообще отрицательный результат, то сразу, значит, тюрьма, и на этом и все. Поэтому не мудрено, что людей-энциклопедистов, которые смотрели на человека в целом, не осталось. И более того, вот это вот знание о народной медицине, о натуропатии, о целостном подходе, оно не просто замалчивается, оно исчезает, оно, значит, вот гнобится, оно преследуется. Есть у тебя диплом? Вот все. Кстати, если, значит, ты лечишь не по протоколу, а у тебя есть диплом, то этот диплом отберут. Вот такая современная медицина. И люди типа Шаталовой ей не нужны. Если бы вы знали, сколько было на нее нападок при жизни, сколько там говорили что-то не так на нее, сколько шельмовали, и Галина Сергеевна все это выдержала, вы бы как-то по-другому стали относиться к этому. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!